Всем привет! В этом видео будем смотреть кокосовый лосьон из Таиланда. Вот такая вот большая упаковочка белого цвета консистенции. Ну, консистенция обычный лосьон, такой легкий, приятный, с ароматом кокоса. Содержит кокосовое молоко, витамины А и Е. Помогает защитить кожу, питает, защищает от свободного действия радикалов, то есть защищает от солнышка, то есть если вы перегрелись на солнышке, можно просто нанести для смягчения кожи. Также можно использовать как увлажняющее средство после душа. Ну, тут даже на русском написано. Быстро впитывается, не является липким. Можно использовать каждый день, утром и вечером. Вот такое вот замечательное средство. На самом деле, все тайские лосьоны замечательные. Много есть лосьонов с мангустином, с ананасом, но именно кокосовый, он самый натуральный. То есть не содержит никаких красителей, просто беленький. И его многие используют даже как крем для лица или для рук. Он прекрасно смягчает кожу. Всем советую попробовать. Очень хорошее средство. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на канал. И всем пока.